Ребятки, всех рад видеть на своем канале Andro Hacker. Давно мы с вами не виделись. Напишите, как у вас дела. У меня все отлично. Сегодня у нас будет очень интересное и полезное видео для всех Android устройств. Ну, наверное, больше это будет на Xiaomi. Не знаю, на другом Android будет это работать или нет. Ну, проверяйте, потом напишите в комментарии. Будем искать и способ на ваш Android. Сегодня вам покажу. Телефон сам очищает память через каждые 10 минут. Вы в этом, наверное, будете очень удивлены. И напишите, работает это у вас. Значит, что же нужно сделать? Все настройки будут в настройках. То есть не нужно никакие приложения дополнительные скачивать, никуда не лезть там, да, в глобальные настройки. Это поверхностная фишка, которая появилась, наверное, после обновления все-таки нашего устройства. Для этого нужно зайти, нажать на настройки. Дальше приложение, найти такой пункт, и производительность питания, то есть и производительность, вот она, извиняюсь. И в верхнем правом углу такая будет шестеренка, она больше похожа на какой-то квадрат, я бы сказал, после изменения, да. Заходим сюда и смотрите, ищем такой пункт, который называется «Очищать память». И он у нас изначально будет стоять «Никогда». Вот так вот, смотрите. И я ставлю «Через каждые 10 минут». То есть каждые 10 минут будет чиститься память на нашем устройстве. Скажите, это классно? Очень классно. То есть будет удаляться весь кэш, будет удаляться какие-то ненужные там файлы. Таким образом, на нашем устройстве постоянно будет идти ритм движения. Да, это может немножко повлиять на то, что батарейка там будет на 2% больше браться. Но действительно очень классная разработка от разработчика, потому что только так будет увеличиваться наша память на устройстве. И это очень классная фишка. Расскажите о ней своим друзьям, поделитесь в других соцсетях, в телеграмах, вайберах, в твиттерах, где там кто сидит. Нужно максимально сделать об этом, чтобы люди знали, как очищать память и не скачивали различные приложения, а просто активировали вот этот вот пункт. Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. С вами, как всегда, был Andro Hacker. До скорого. Всем пока.